Во вторник депутаты Ярославской областной думы поедут в Москву на похороны своего коллеги по региональному парламенту Бориса Немцова. Несмотря на разногласия в политических взглядах, в траурной церемонии решили принять участие представители разных фракций. Всего поедут 8 депутатов. Сегодня многие потрясены этим жутким убийством, случившимся в столице в двух шагах от Красной площади. Все последние дни к зданию региональной думы ярославцы приносят цветы, свечи, записки со стихами, которые посвящают погибшему. Цветы оставляют и у входа в дом на улице Трефалева, где в Ярославле проживал Борис Немцов. В последние дни здесь все время дежурит полиция. И квартира, и думский кабинет депутата опечатаны следователями по особо важным делам. Там была проведена выемка всех документов, изъяты жесткие диски с компьютеров. Расследование этого громкого уголовного дела продолжается. Я думаю, что рассматриваться будут все, без исключения версии, к ярославский след. Я думаю, что он фактически исключен, потому что мотивов по существу нет. Что касается тут антикоррупционной составляющей, то вся, что есть, по-моему, там уже все было сказано, поэтому смысл-то какой был. Поэтому я здесь не вижу. Прежде всего, убит человек. И как, что можно думать по этому поводу, как относиться? Конечно, шок. Тем более, когда действительно, ну, смертей вообще много в мире, да, и в жизни. Но когда убивают человека, которым сидел за одним столом, за одной партой, и на самом деле одни вопросы решались, конечно, это шокирует. Беспрецедентная прямолинейность, честность, наверное, перед самим собой, перед всеми нами. И не отсутствие страха, боязни за себя, за будущее в деле, в котором он верил, в который считал себя правым. Это действительно таких людей очень мало.